В Одинцовском округе проверяют учебные учреждения к 1 сентября. Межведомственные комиссии инспектируют помещения на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также на безопасность и условия питания детей. Поэтому прошу вас на следующую неделю тогда подготовить либо в рамках работы комиссии, либо отдельно сформируйте необходимые мобильные бригады, которые все наши объекты вот именно с этой точки зрения оцифруют, оценят готовность, и там, где, возможно, есть какие-то западания, мы обязательно мобилизуем наши силы. В 4 образовательных учреждениях округа завершается капитальный ремонт. В Старогородковской специальной школе имени Фурагиной работы уже на финишной прямой. Строительная готовность объекта 96%. Здесь завершают отделку входных групп, собирают мебель и проводят уборку помещений. Приступили к благоустройству территории. Важно, что учебное пространство обустраивают с учетом пожеланий педагогов и родителей. Новшество – это, конечно, кабинеты. Кабинеты, которые уже здесь специально оборудованы детей, во-первых, с расстройством аутистического спектра. Это, разумеется, обновление мастерских. Мы даем детям профессиональное образование, поэтому у нас это и швейное дело, это и поварское дело, строительное, столярное. И в этом году, вот, благодаря ремонту, открывается еще 2 направления – это керамика и картонажное дело. Также высокая строительная готовность в детских садах Трехгорки и поселка Новоивановская. На финальном этапе и долгожданная школа в Гусарской Балладе. Активно ведутся работы и в других учреждениях образования. Одинцовская гимназия номер 4, детский сад номер 72. Прирост составил 4%. Проводятся работы по замене, полностью замене кровли. Срок подрядчик выдерживает до 25-29 августа. Работы будут завершены. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».